Всем привет! Я хотела бы для вас сделать такой маленький обзорчик. У меня маленькое коротенькое видео. Я хочу вам показать, какой цветочек у моего антуриума появился. У меня раньше было два антуриума, красный и белый. И в связи с отъездом из Томска я их продала. А когда приехала уже в другой город, приобрела черный антуриум. Название, честно говоря, не знаю. Может, кто-то знает, подскажите, пожалуйста. Вот такой у него листик. Один более бордовый. Видно? Вот такой. Вот такой зелененький. Остальные все зелененькие, темно-зеленые. Растение неприхотливое, ему нужна рыхлая земля, обязательно сфагнум. Сейчас много достаточно продается почвосмеси для различных растений, для антуриума в том числе. Вот такой цветочек, на такой длинной ножке, почему-то он вытянулся. Ну, посмотрим, как дальше он будет развиваться. Вот, посмотрите. И еще я хотела бы вам показать, как зацвела моя маленькая фиалочка, которую я везла из Томска. Вот в таком маленьком стаканчике. Вот она, малышка, зацвела. Меня порадовала. Очень-очень рада я, что она меня так утешила, потому что дорога была длинной, она выдержала, да еще и зацвела. Вот такой маленький обзорчик. Благодарю, что вы вместе со мной порадовались. Всем желаю успехов в вашем любимом занятии. Большой вам привет от меня. А с вами была я, Светлана. До скорых встреч. Подписывайтесь, друзья, мне будет очень приятно. Ставьте лайки и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. До скорой встречи. Пока-пока.